С 12 по 18 марта в Омской области пройдет патриотический лыжный пробег «Марш-бросок», приуроченный к 77-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны и к 80-й годовщине с момента формирования в Калачинске 30-й стрелковой лыжной бригады. Его участники посетят 5 районов региона. Старт пробега 12 марта в 10:00 в Парке Победы. Финиш 18 марта в Калачинске, где состоится возложение цветов и военно-историческая реконструкция.